Что готовишь? Разве я не говорила вчера, что добрые люди будут вознаграждены, а сегодня тебе приготовят завтрак. Кстати, я одолжил деньги Джуи Сяу, теперь у меня нет денег. Что мне делать? Ради твоего блага. С этого момента я буду заботиться о твоем питании. Можешь добавить красную фасоль? Никто не добавляет красную фасоль в рисовый омлет. Давай, иди мыть руки. Приятного аппетита. Рисовый омлет. Что не так? Ничего. Это самый вкусный и сладкий рисовый омлет, который я пробовал в своей жизни.